Мына! Баке, вам песенную чашу. По обычаю она должна обойти всех. Если не умеете петь, позабавьте сказкой. Или промычите теленком. А ты четыре? Неужели выпьет? По-моему, у него не все в порядке. Ой-бай! Ой-бай, ему же медведь на ухо наступил. Нацепил на бок маузер и забыл все наши обычаи. Когда бежал из Сибири, в казахской степи, я слышал рассказ о Биржан-Сале. Поэт был совестью народа, оскорбленный ничтожеством людей, он уходил в степи, пел там свои песни. Сородичи решили, что он сошел с ума. Привязали певца к решеткам юрты. Тогда он, обращаясь к своему сыну Темиртасу, запел эту песню. Верблюд бессилен, когда ноги тонут в глине. Люди проклинают землю, потеряв в себе святость. Я, Биржан, гордость всех трех казахских земель, из жизни ухожу, не найдя ее смысла. Запомни, мой сын Темиртас. Росную воду с ладоней моих.
знаю, что уже седок ему не тихий предназначен. Я был отцом, что тащил груз жизни, как вол. С ним ухожу, чтоб ты нес свою лишь поклажу. Запомни, мой сын Тимиртас.